Самая полезная функция в мобильном PUBG. Поставь лайк и подпишись, если Виктор улыбнулся. Я попросил Джесси Пинкмана показать какую-то крутую функцию, которую стоит включить, либо же выключить. Самый часто задаваемый вопрос сейчас. Пинкман, как ты сделал так, чтобы шаги, либо же выстрелы врагов были показаны у тебя прямо на карте? Ребятки, ответ очень и очень простенький. Вам нужно просто зайти в настройки, и в настройках вам нужно выбрать управление, продвинутое управление, и здесь вам нужно включить аудиометки основного экрана. То есть вы можете их тупо отключить, можете только в режиме последствия и, естественно, в классическом режиме. У вас будут отображаться ноги, выстрелы, хаешки и т.д. А у тебя была включена данная функция?